Oh, la-lay-lay-lay-lay. Оп! Ла-лай-лай-лай-лай. Еще один. Кавасис. О! Не поймал! Кто-то поймал мои пули. И попить. Как ты пугаешь-то так? Ну чё, здорово, с тобой снова я, Зазепа. Ну чё, сегодня идем на монолит? Дадим им прикурить немного, да? Погнали! Чё, погнали. Я сохранился возле аномалии, да? Давай. Ковыляй. До следующего монолитовца, да? Ух, что у нас там в инвентаре есть? Полно всякого, блин. Того, чего выбросить надо бы. Давай, вот так вот. Все, мне хватит. Он хотя бы бегать мог бы. Ля, тут еще все рябит как, а? Ты посмотри. И музыка орет. Господа монолитовцы. Так, вы где? Я тут пройду, никто ж не возражает, я надеюсь. Па-п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 а
Не. Где вы, господа нехорошие? Я ему тут улик принес. Я так понимаю, мне в этот тоннель, да? Господи, мне казалось, что там монолитовцы стоит. Так, фонарик. О, а вот тут они точно будут, да? Или не будут? Давай-ка с этим разберется мистер Дробовик. А мистер Фонарик, который почему-то вот так вот включается. Где, господа монолитовцы? Давай, пошли дальше. Так, не сюда. Неопределенно сюда. У нас тут критическое излучение, которое критически нас облучит. Ну-ка, давай-ка быстренько, быстренько, быстренько. На прорывчик. И так, музычку. Музычку, музычку потише мы сделаем. Уже никаких дурных кровосис не обитает или обитает. Они, наверное, дальше. И что? А мне пин-код есть вообще? Дайте мне пин-код. Не, мне явно не сюда, подожди. Я помню, тут должен был быть другой проход. Это определенно. Дверь открыта, дверь заперта, блять. Чего? А куда мне? Я потерялся. Я потерялся. Подожди. Я думаю, тут лучше без фонарика ходить. Итак, пересвеченная картинка. Открывай! Открывай! Ну, не хочет меня пускать. Ты что, мне дверь ломать, что ли?
Походу мне придется ломать. Нет, не придется. Так, продолжим. И как лучше с фонариком? О, а у меня же квнвшка есть. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Здесь вам там темно не будет. Оп. Ла-лай-лай-лай-лай. Оп. Ла-лай-лай-лай-лай. Оп. Ла-лай-лай-лай-лай. Оп. Ла-лай-лай-лай-лай. Уже сердечко ёкнуло. Давай, времени нет, дальше пошли. Ла-лай-лай-лай-лай. Оп! И ничего мы не нашли. Ла-лай-лай. Еще хавасите? Хавасись нету. По-моему, на низ. Нужно быстренько эту установку отключить. И музыку тоже, наверное, да? Опять же. Не, музыка нормальная. Оп! Ну ты, блин, нашел, конечно, время захотеть спать, приятель. Так-то может и кровосос присосаться. Твоей нежной попке. Я его слышал, где-то тут. А присосался к его попке в результате я. Так, аптечка, так, бинт, F2. А у меня есть вообще аптеки? Хоть какие-то. А мне лечиться даже нечем. Подожди, подожди. У вас степак есть. Все, юзданул. Useless. Fine. Let's go. Это будет то еще приключение. Ну, по идее, потом же монолитовцы должны прийти, да? И с них наверняка что-то получится подлутать. Еще один. Кровосис. О, не поймал. Кто-то поймал мои пули. Так, иди нафиг. Мне с тебя связать ничего не интересно. Мне тут... выжигатель. Выжигающий. На мозгах неприличные слова отключить. Так, мы почти дошли, у нас еще целая минута. Я бы, наверное, такой штук их сейвнул с собой. А тут перепроходить это как-то не хочется. Ух! А куда? А сюда? По-моему, да. И, по-моему, надо вот так вот сделать. Да, определенно. Ну что, понеслась? Так, только не вылетит. Это, господа монолитовцы заспавнились. Где по звуку. Так, и надо музычку, наверное, опять же, музычку. Нет, музычка нормально. Так. Ну что? Кому там? Не имется. Так, я понял. Переговоры, походу, будут долгие и сложные. Давай, сейф. Сейчас максимально нужно булки напрячь. Ты хрена ли живучий такой? И он еще ранил меня.
Ух. А чем бараны перевязать? Так, ты же ход останавливаешь, да? Бревеночек. Давай, стимпак. Что-то дропик так себе берет, я тебе скажу. Ну, может, это, конечно, этот был сверхбронированный какой-то. Посранец. Нормально, живем. Блять, ну это, конечно, в аномалии лежит. Но я бы только что глянул бы. У него был бинт и граната. И кусок мяса, который может себе оставить. Спецназ работает. Спецназ. Так, ладно, я смотрю, что-то пока они вроде не сунутся. Вот это, вот это, вот это. Гранату давай. Еще будем использовать. Чистящий комплект для винтовок тоже заберу. Даже я, по-моему, винтовку его подобрал. И мне показалось. Так, давай какие-нибудь эти стимпаки я назначу сейчас на быстрый доступ. Бин самоназначился, да? Это тоже есть. Ну, определенно, да? Давай похаваю, что ли. Он там вроде хавать хочет. И попить. Ты пугаешь-то так? Но это они, конечно, оперативные. Мне тут дроби хватит, я надеюсь. Вот там обойдет меня уже. Вот там он. Видели его? Я его видел. Ну слушай, не такие они и страшные на таком близком расстоянии, если честно. Они страшные вдалеке, блин. Идет один, идет, видите? Подходит. А у нас что есть? И он меня убил. Он меня просто взял и запредиктил. Давай последний сейф. Это вроде недавно сохранялся. Выходи, красавец. А то выйду я. Ой, звук орёт, ой, звук орёт. Дядя, не бей! Дядя, не бей! Дядя, не бей! Дядя, не бей! Я все понял, я все осознал. Я так больше не буду. Вот он. Вот он. Нахрен ты выбросил, я гранат хотел взять. Оно ж на четверку вроде, да? Да ж ты метаешь-то ее так, дурак. Давай ее туда, вдаль. Я не знаю, помогло это, не помогло. Ты шо, офигел, что ли? Совсем попутал. Это на тебя еще аптечки должен тратить, да, хочешь сказать? Нехороший ты человек, а? Какой? Ладно. Хотел сказать, кто не рискует, тот не погибает от монолита. Давай еще раз попробую. Оп. Обманул. Оп. Это легко, кофе прошибаемая. Так, тут я не пройду, да? Ну, я попробовал. Давай.
Так, это походу эти патроны закончились. А он сдох. Судя по звуку. Не, ему пофиг, эта решетка не прошибается. А, так. Слушай, брат, а мне патроны нужны. Давай сюда. Да зачем ты меня обходишь-то? Не надо меня обходить. Это я тут подхожу. И потом тактически отступаю. Только у меня дроби осталось, так, если не секрет. Ну, пока есть еще, да? Спать он хочет, блин. Если мы сейчас тут не отвоюем, то выспится он только на том свете. По-моему, готов. Братан, хил. Так, ну чуть-чуть подпиздил там. Ну, так ты подходи, подходи, подходи. Мистер Рыбовик тебе поможет. Не хотят. Да не надо тебя прикрывать, зачем тебе это? Этот, блин, в этом костюме. Которому пофиг на мои пули, да? Ну, думаю, со следующих залпов ему будет не пофиг уже. Нам сейчас реактивную пулю какую не выхватить. Да? Куда он свалил? Вот туда он свалил. Давай. Он бронированный. А как тебя убивать вообще? Ну, там, конечно, друга твоего убил. Может, тебе по ногам? Я там друга твоему по ногам пострелял. Ну, вроде понравилось очень даже. Да, по ногам ему определенно нравится больше. Ну да, я забыл, эти черти взрываются, но мне вроде урона не нанес, так что нормально. Так разминировали. Граната пошла в мою сторону. Где там там? Просюн гранату. Братва, давайте все успокоимся, а? Подожди, мне кажется, опять звук орёт. Давай так. Удать! Сзади, блядь! Ты откуда взялся сзади, а? Ты как вошел в зад? А вот этот задний чувак. Чисто мастер себе перезарядки его подловил.
А ты же один тут задний проходец. Ну, ух, смотри мне. Ходят тут всякие. Медицину потом нету. Разрядить. Ну, 8 патриков тоже сойдет. А, подожди, по-моему, звук опять, да? Да, звук опять. Так, этого я прощупал. Давай кого-нибудь, у кого есть натовские патроны, разъезжать пушки, которые там в нормальном состоянии. Взять вместо какой? Вместо вот этого говна. Вместо вот этого, вместо вот этого. Так, ну по весу сравнялся. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Эмочку разрядить. Вот она. Она не заряжена. То есть, может, пулик заряжен хотя бы. Зарядить. Выбросить. Равно патроны выбросить. Да, не густо у вас патронов, господа. Ну что, пошли дальше прорываться. В своей цели. Бля, какая М-ка у тебя. Лякая СВД-ха, только жалко поломанная. Ну слушай, медицину дают, это уже радует. Медицина — это прям хорошо, это мне нравится. Разрядить. Все, немножко патриков есть на имочку. Сколько там? 13 патронов. Такое себе. Два реального старого повыкидываю. Не надо они мне. Ой, блин, это вообще убитое. На, забери, не позорь меня. Я с этим не воюю. Подожди, что там за бумага у него лежала? Молитва монолиту. Давай ты ее себе оставишь. Я просто хочу перейти на калибр посерьезнее, поэтому собираю эти патроны на СВД. Так что вот так. Перегруз нас, конечно, хоть и мучает, но... Так. Какой нахрен, блядь, перегруз? Ты давай медицину сначала поставь, выставь нормально, чтобы тебе чем лечиться было в случае чего. А потом уже такой, там воевать, СВД, патроны. Если как-то леща пропишут, блин, боже знать. Да? А я тут пришел за лещами! А выхватил дентатион лещей. Но я был близок, прошу заметить. Кто стреляет? Кто аимбота установил, а? Перекрываю, заходи. Прикрою тебя как... кафешку. Давай, ты поближе подходи, слушай, не стесняйся. Тут у нас все свои. Там за углом стоит до сих пор. Давай, мансуем, мансуем, мансуем. Я не знаю, поможет это тут? Братан, да у тебя остальные колени. Хотя так скажу. Это Андрюха железное колено был. Выходите с поднятыми руками и с опущенными штанами. Давай сюда, сюда, сюда. Шприцик с глюкозкой. Оля, какой дробовик у тебя. У меня есть мой.
Блин, а патрончики тут у тебя интересные. Где-то 39. Ну ты этот винтарь, короче, брать. Не хочу. Подожди, а сколько у меня дроби осталось так просто? Дроби хватает, но дробовик почистить надо, да? Так. Дробак он уже этим не хочет чинить. Да, про состояние оружия не стоит забывать. Где там дробик мой? А чё ты его не хочешь потянить? А потяни его, пожалуйста. А почему ты его не тянешь? А потому что... Его чинить надо этим. И фляжка с водкой, да? Не, ну чё-то посерьёзнее. Надо вот эту херню добавить. 89%. Костюмыч. Костюмыч. Сколько в костюмыче? 76. Наверное, вот этим надо, да, уже? Слушай, ну мы были близки. Так, и один лишний там верблюд. Нет, давай вот этот. Скотч, короче, использовать. И потом уже клеем каким-нибудь, да, там 90%, который похуже. Ну, как раз вот, ровно этот, 90. И вот так, 98. Замечательно. Ой, блин, у нас еще шлему, пипец. Ух. Ну, шлем уже этим не подремонтировать, да? Какого-то набора для шлемов у меня нету. Я не вижу, по крайней мере. Ну, есть, конечно, что-то. Но он этим навряд ли, он не чинит этим. Ну, давай, сейф, все, починился, зарядился. Довольно пошел дальше. Не, себе оставь такие патроны. Только ствол ими пачкать. Hello, my little. Так. Вот так и знал, что какой-то козел сидит. Ну что-то уже под вторую дверь немного подрасслабился. Вот так. Не расслабляйтесь, детишки. Если жить хотите. Как на наши именины принесли мы каравай. Блин, аж меня шарахнуло. Блин, давай вот эта херня, она же хиляет тоже, да, по-моему. Этот барвинок. Оживление ран. Ну давай, да, F3. Просто не знаю, оно как. Может как бин действует. Просто есть такие подозрения. Давай еще раз так выскочи. Блин, опять там музыка, блин, там все. Там грустный скрипач такой сидит. Давай. Слушай, а что будет, если я шмальну кучку? Что это навел там, а? Как вам такое? Кстати, ему понравилось. Эй, его отсюда убил аж. Ничего себе, братан, ты приуныл там. Так, уже больше никакого... Я сегодня хорошего не сидела. Да не враг, я просто вас отстреливаю. Не приукрашай. Я не понял, у меня типа как? Что тут у тебя там за куколка? Слушай, мне аж интересно стало, что у меня там за куколка такая. Слушай, приятель,
Как ты относишься к такому, если я тебе пошлю вот такой вот гостиниц? Вот, видели, он подходил. Ладно. Ему, походу, с первого раза было непонятно, что... Может, там не выскочит? Все, я ему объяснил. Что тут у тебя за мегаволына такая? Покажешь? Соединить глушители. Зато у него хил был, слушай. А, он показывает, что за волына у тебя там. Выхлоп. А сколько у меня на этот выхлоп патронов есть? Сколько там выхлопает он мне? Разрядить. Он выхлопает мне ровно на 3 патрона. Слушай, а я хочу. А я хочу выхлоп попробовать. Ну, типа, по идее, волына вообще мощная должна быть, да? Сейчас я такой еще прицельчик на него лупану какой-нибудь. Ба-ба-ба-бам, ба-бам. Нельзя? А какой можно? А никакой нельзя. Ну слушай, ну выглядит грозно, да? Я так с ней. Попробую, пробегусь. Моща? Ну, прицел тут не видно через ни хрена. А вот так этих гадов отстреливать, я тебе скажу. Один готов. Блять, не успел. Ну слушай, мне понравилось. Я вот эту пушку я сейчас точно оставлю себе. Я вот хотел снайперку, чтобы она прям с одного выстрела клала. Вот я ее получил. Сейчас патронов у меня не будет. Все, пуль вроде нет на снайперку больше. Давайте, подходите поближе. Ну ты, блин. А это опять этот бронячий гад, слышите? Может, мне ему туда гостиницу тоже послать? Я смотрю, на гранаты не особо так резко не реагируют, как я на музыку в этой игре. Граната. Ой, а это я близко кинул. А как тебе граната? Как дошла? Так. У меня по хп, блин. У меня меньше половины. Чем-нибудь таким хильнуться бы сейчас, чтобы прям хорошо стало бы. Вот это. Давай пустые шприцы нахрен выброшу. Они мне не нужны. Вот это выброшу. Так. Аптечку. На F4 возьму еще одну дополнительную, ладно. Я его опять на хапчик пробила. Давай я ему мутантиков пожру. Потому что он еще пить не захотел. Лашенька какой-то у тебя прикольный. Отсоединить глушители. Потому что у него прицел там еще какой-то был. Ямочка твоя. Угу, поломанная. Разрядить. Ну, обычно поломанные предметы дают поломанные патроны. Кстати, не вижу.
Ой, блин. А пульки-то на дробях заканчиваются. Это не есть гуд. А тут я не выйду. Мне надо дальше идти. Что ты какой подлестничный? Подожди, братан, сейчас перезаряжусь. Все, нормально, живем. Кто не убивает, то делает нас сильнее. Спрятался вот там, понимаешь ли. Нехороший. Сколько серия идет уже? 35 минут. Ля, а тебя там дышечка такая с подствольничком. Кстати, гранатометик я тебе оставлю, если ты не возражаешь. Переместить. Детектор на продажу можно взять. А еще можно что-нибудь перекусить. Нужно, я бы сказал бы. И аптечку поставить вот эту на F1. Не, поменять местами. Ой, мама. Давай вот так. Этому сюда. Да, да. Что там, дробик опять поломался? Мне так патронов на дроб не хватит. Что там самое дерьмовое? 85, 90. Опять дробик, слушай, не хочет чинить. Он быстро как-то ломается. 95. А так 99. Все, пошли дальше. Вообще, будем продолжать пробираться уже в следующей серии. Так что с вами был Зазепа. Лайк, подписка, комментарий. Все, всем пока.